Анастасия Заворотнюк более 3 лет борется с раком мозга. Что происходит с актрисой сейчас, никто не знает. Прояснить ситуацию вызвалась дочка прекрасной няни, Анна Заворотнюк. Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание. Болезнь очень серьезная, сложно говорить об этой стороне жизни даже с близкими людьми. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону. Не то, что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль, поведала Анна Заворотнюк. Она сообщила, что вся семья верит в лучшее. Мама самая сильная, желаю всем, чтобы их родители никогда не болели. Это страшно и невероятно больно, но я стараюсь жить дальше и более-менее научиться справляться со своей дырой в сердце, написала девушка. Многие с тревогой восприняли слова Заворотнюк-младшей. Слухи, что актрисе стало хуже, ходят не первый месяц. Косвенным подтверждением этого считают тот факт, что третий муж артистки, Петр Чернышов, отказался от гастролей. Он давно не появляется на публике, и фигурист продолжает ухаживать за тяжело больной женой.